Нет поддержки. Вот до этого Владимир Викулов ходил, а Владимир Петров, смотрите, Валерий Харламов один. Посмотрите, как что он делал. Но это, я не знаю, если бы была возможность, я бы встал бы на трибуне, потому что такую шайбу забить только может Валерий Харламов. Вы посмотрите еще раз. Это, можно сказать, знаете, в азбуке.